Сергею Полосову. Спасибо тебе, мой дорогой, за то, что верил в меня. Ты верил в меня больше, чем все другие режиссеры, по-моему. Ты добивался от меня того, чего тебе нужно было. И часто очень, ну, скажем, встретиться с Витязь, я не буду рассказывать, как мы встретились. Он после войны, лейтенант, значит, вот он меня увидел. Кажется, я ему понравился, вроде бы. И мы стали с ним дружить. И вы знаете, удивительно, ну, что он как очень... я играла такую смешную очень... ну, я не знаю, как она называлась, промотажка или какая-то... Серёжка, как она называлась? Это в капустнике. В капустнике, в Витязе. Вот это, в общем, промотажка. И действительно, я там плясала, хохотала, он видел, что я комедийная, и всем было ясно, что я комедийная. Но почему, я все время думала, почему он повел меня к драматическим потом ролям? Ведь я сыграла Анну Морозову, ее не назовешь комедийной ролью. Это уже характер сильного человека. Это, ну, я даже не знаю, какой там план. Там есть и драма, и юмор, все есть в этой душечке Чехова. Конечно, она смешная. Конечно, она смешная. А потом, после этих ролей, я начала получать драматические роли. И дошла до трагической, до полной имени своей. Я не знаю, как вы относитесь к этим фильмам. Но я думаю, что те, кто сегодня пришли, все-таки, хотя одну из моих ролей, наверное, оценили. Но поверьте, что каждый из этих ролей... За каждую роль я благодарна Сергею Николаевичу Полосову. Пожалуйста, вы будете...